Всем привет, друзья! С вами я, Лев И. И в этом видеоролике я хотел бы вам показать новое обновление в игре Бравл Старс. Давайте начнем. Суперсел. Ух ты, какое новогоднее обновление. Так, тут появился режим дуэли. Надо будет в него обязательно сыграть. Так, из режимов больше ничего не появилось. Так. Давайте посмотрим. В магазине есть какой-то подарок. И это очки силы. Заберем их и отдадим, ну, допустим, на кольто. Еще заберем золото. Так. И я забрал все подарки. Что мы тут видим? Тут поменялся фон, который за бойцом. Есть ли новые бравлеры? Пока что новых бравлеров нет. Так. Сыграем в режим дуэли. У нас появляются бойцы. Первого бойца возьму Динамайка. Второго, наверное, кольта так оставлю. Так, проверим. Да, тут один всего гаджет. Так, а третьим бойцом я выберу Брока. Да, попробую вот таким пиком сыграть. Загружается игра. Вот такая 8-битная карта тут. Прикольно выглядит. Так, начинаем бой. Динамайк против Пенни. Будет сложновато. Ну, хотя я ошибся. Легко. Так, теперь я играю против Джесси. Так. Почти вынесли Джесси. Фух. Это было тяжело. Так, теперь я играю против Шелли. Так, Шелли, отстань. Надо ее держать далеко, чтобы она не смогла нам нанести много урона. И мы побеждаем. Есть. Хорошо, победа. И мы получаем плюс 8 кубков. Хорошо. Так. Проверим, есть ли в магазине новые скины. Нет, новых скинов пока нет. Сыграю еще один раунд в режим дуэли. Интересно, это первая игра была? Такая, достаточно легкая. Проверим, как во второй раз будет. Так, Динамайк против Барли. Очень похожие бойцы. Два кидателя. Так, надо быть аккуратней. Почти убили. О, нет, нас убили. Так, теперь я на кольце против Барли. Победа. Так, теперь я против Дэрила. Раз у него нет ульты, это будет легко. Да, я прав. Теперь Кольт против Рика. Рика, вот Рика. Запускаем ульту. И мы победили. Вот так вот. Вот такое получилось новое обновление в Бравл Старсе. С вами был я, Лев И. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!